Природа одарила ее щедро. Тут было все. И арбузные груди, и нос, и мощный затылок. Девочки мои, девчоночки, девчошечки, вот скажите мне честно, девочки, вот так вот, вот честно, положа лапу на сердце, зачем вы все хотите похудеть? Зачем? Муж меня время от времени достает. Да, тебе до мумии далеко. Я говорю, почему далеко? Ты рядом. Мы когда с ним только знакомились, я первый раз к нему домой пришла. Не успела в квартиру войти, он мне с порога. Боже, какие формы! Я говорю, спокойно. Это я еще не вся вошла. Говорит, чтобы похудеть, надо просто не кушать после 6 часов вечера. Хорошо. Ну, надеюсь, после 7 можно? Он меня за полноту упрекает, сам же мною пользуется. Слушайте, ему на зимней рыбалке все мужики завидуют. Потому что пока они сверлят лунки, я один раз подпрыгну. Там не то, что лунка, там прорубь целая. Конечно, девочки, конечно, кое-какие проблемы с весом есть, конечно. Я тут в спортоварах нечаянно. Одному мужику на обе ноги наступило. Он себе на ступни посмотрел. Говорит, зачем я за ластами пришел? И мой дорогой, с твоей фигурой только сниматься в «Титанике» в роли айсберга. Я говорю, а по тебе другая роль плачет. Когда ты дистрофик дома, я в жару не могу даже вентилятор включить. Потому что будет новая серия «Унесенные ветром». Девочки, заявляют мне, с тобой машина жрет бензина в 2 раза больше. Я говорю, зато тормозной путь в 2 раза короче. Ой, машина — это цирк, это цирк. Как-то едем с ним вдвоем в машине. Говорю, что тебя так воняет, а? Что так воняет? Он говорит, а что ты хочешь? 280 лошадей. Я говорю, подожди, у тебя в техпаспорте написано, что 279. Вот я больше вопросов не задавала, честно скажу. Где еще одна? Девочки, родине нужны пышки. От нас одна польза. Если бы я служила в десантных войсках, я бы быстрее всех прыгала с парашютом. Пока остальные в воздухе, я бы уже вырыла противотанковый ров. От нас одна польза. Я тут в бассейне. Поднялась на 10-метровую вышку. Но я люблю попрыгать. Аттракцион так и называется. Сделай цунами. Девочки, я не видела, честно, я не видела. Пацан внизу как раз плавать учился. Что-то долго у него не получалось. Он как меня снизу увидел. Парящую на крыльях любви. Девочки, сейчас мастер спорта. Это мы с мужем были на юге. Он говорит, ешь побольше ананасов, они сжигают жиры. Я говорю, милый мой, да здесь не выросло столько ананасов. Жиры они сжигают. Там не сжигать, там взрывать надо. Стыдно вспомнить. Пристал какой-то негр. Говорит мне, good morning, lady. Я ему сразу сказал, ну-ка иди отсюда. Он, woman from Russia. Говорю, Russia, Russia, да не ваша. Че тебе надо, Гондурас? Они там, оказывается, катают на слонах. Девочки, я посмотрела, там слон. Я не знаю, у слонов лилипуты бывают, нет? Что это за слон? Меня с ним со спины перепутать можно. И это ж Маугли все скачет. Хотите покататься на слоне? Я говорю, ну я-то хочу, ты у слона спроси. Ну, как я и думала. Слон меня до джунглей кое-как допер. Обратно я его. И мой дорогой, ты своим существованием опровергаешь всю теорию Дарвина, что человек произошел от обезьян. Хрен какая ветка выдержит такую обезьяну. Слушай, ты лежит на пляже. Я стою рядом в шикарном сомбреро. Я люблю красиво одеться, девочки, я люблю это дело. В шикарном сомбреро стою. Он мне говорит, слышь ты, мечта людоеда. Ты хоть панамку-то сними. А то тебя народ издалека за грибок принимает. Он же не понимает, каким счастьем обладает. Он не понимает. Заявляет мне, у нас дачи нету, ты купила 2-местный гамак.
Ну, раскрой глаза, это бюстгальтер. Девочка, я же когда в автобус вхожу, мне сразу места уступают. Сразу. Стоит только сказать, значит так. Сейчас кто не встанет, на того упаду. А в поезде, девочки, а в поезде. Вы когда берете билет, просите, чтобы обязательно дали нижнее место, правильно? Я не прошу. Я когда вхожу в купе и заявляю, что у меня верхняя полка, и что меняться я не собираюсь. Девочки, один доцент по потолку уползал. А куда иначе? Я же в дверях. Тут мне мой дорогой говорит, день рождения. Я хочу, чтобы ты у меня была похожа на модель. И подарил... Ой, только не падайте. Стринги. Ну, купальник такой. Там еще сзади веревочка проходит. По экватору. Я ему говорю, милый мой, да на моей фигуре твои стринги без вести пропадут. И потом, что за фигура в этих моделях? Вы меня извините, что это? Голова, ноги и три пупочка. И лица злые, потому что по ночам колбаса снится. А нам пышкам не снится. Поэтому лица у нас хорошие. А значит, и в душе мы хорошие. А хорошего человека должно быть... Вот именно. Спокойно. Не надо без всяких.